духи ушли, а мои деревья пали жертвой падка. Одно за другим ты вернулся и нашел дом. Потому что еще есть надежда на новую жизнь. Хорошо, пойдем. Посадим еще дерево. Получилось найти семена. Из-за упадка дни становятся все короче, и ловцы света никак не могут наполнить свои луковички. Тогда приступим. Тебе доводилось видеть светлячков, это просто потрясающие создания. И они обожают ловцы света. Летят на свет от цветка к цветку. Хочешь еще немного погородничать? Ничего страшного. Так, нет, не налево. А, или нет? Нет, направо. Пойдем растопим лед. Между нами тает лед. Так, кто идет? А, это дозорный. Хорошо. Мужик, ты не против? Я из твоего котла немножко это... Блин. Огонек возьму. Блин, тяжело. Только надо этого моба убить, потому что он мешает. Стоп, мне... Да, мне надо вот до сюда довести. А, мобы врезаются быстрее. Замечательная способность. То, что мне надо, каппа. Огонек бросать, чтобы растопить вот здесь лед. А наверху что? Я ж там был, да? Да, я там был. Ведь разбудил, уже добрался дальше. Попал не... А, стоп, куда я попал? Угу. Я решил в сам лед попасть. Сморг. Как процент игры примерно проведено? 75 где-то, думаю. Блин, не попал. Слишком сильно. Есть, попали. Водичку растопили. О, прикольные какие. Катализатор. А, я не успел посмотреть, что это. Катализатор где? Вы получаете энергию, нанося урон в ближнем бою. Вау. Это сильно. Не будем тушить, я думаю. Пускай здесь будет тепло и уютно. Так. Боже, ачивки делать? Задумаюсь над этим. Ну, спидранерские всякие не планирую. Без смертей там вот это вот все. Да, здесь еще есть неисследованные локации. 88 в реке. Озера 96, там песочек остался под водой. Топи, но здесь что-то не взято. Тут какая-то стена.
Ну, поехали, нам надо уже завершать локацию снежную. Потому что пустыню мы добили, да, нам осталось дальше пройти вот здесь. Снежное око, да, ну поехали. На легком можно за 4 часа пробежать и без использования усилений. Не, на сложном, похоже, на сложном прикольно. На самом деле игра не сложная, как бы, но... Были тяжелые моменты, опять же, с лягухой, да? Я на нее такой не сильно прокачанный пошел на лягуху. Типа, это был мой первый босс из... Как бы, если выбирать между пауком и лягухой, то... Лягуха сложнее. Из-за того, что там приходится драться в воде, и в воде хиляться нельзя. Если бы я вначале пошел на паучков, было бы гораздо проще потом. Здорово, суслик. Ладно. Я совсем понимаю пока, куда здесь бежать, спасибо. В прошлый раз не понял, а сейчас хз. Ну, для начала мы словим багулю, и игра зависнет. И такое бывает. Он чихнет еще раз, он летит на орбиту, отстанет бедного медведя. Тебе еще остались пи-пи-пи? Ну да. Тенчики где-то... Где-то там. Где-то в инкубаторе еще греются, скорее всего. Хотя, может, отец их уже в курятник отнес, не знаю. Ой, там было написано, сколько процентов я прошел. А, окей. Я знаю, куда мне. Мне просто наверх. А это уже потому, что костер горит, или почему? Или она всегда такой была? Все, оказывается, здесь просто надо было наверх. Так, тут как-то надо, видимо, растопить лед. Лапка мне его не пробить. Помочь.
Кажется, я счетырил немножко, да? Что-то такое место. 24-часовой стрим жизни птенчиков, и будут все довольны. Это правда. Жизненная сила, новый осколок духов. Вы наносите больше урона, когда ячейки жизни заполнены более чем наполовину. Вау, это гораздо круче, чем... Ну, например, вот эта штука для урона-то. Уж не знаю, на сколько процентов, на 10% больше урона. Ну, это нормально, его можно еще прокачать. Лучше, чем и получать, и наносить больше урона, правильно? Там еще осталось. Нет, показалось. Мишку будили уже? Да, да, уже, видишь, по снежной локации бегаем после пробуждения Мишки. Совсем про перышко забываю. У-у-у, бука. Злая бука. Видишь, она великолепна, если смотреть издалека, конечно. Крик начала здесь охотиться, когда подули ледяные ветра. И сам не прочь попутешествовать, но вряд ли эта пташка порхает по пределу только из любопытства. Может, эта мерзлая пустошь оказалась лучше, чем край, откуда она родом. Ключи собирать. Срочно забаньте, чё, куда, кого? Там что, спойлеры? Витоль, проверь, пожалуйста. Витоль на стриме? Вроде, ну кто-то ждал бан с OBED с OGED'ом. Или ты себе и просил дать бан? Ну ладно. Просил, так вот тебя и забанили. Опа. Так, ну поехали. Я пока без понятия, что, как и куда. Штука, давай ты расскажешь мне. Как-то непонятен. Но это надо растопить лед. А, лайера, видимо, какого-то. А, срочно зайдите ко мне на стрим. Там даже не было никаких спойлеров, окей. Я смотрю, фиолетовый ник, думаю, СОБЦОГЭД, что ли? Тебя забанили, зачем? Ладно, где здесь этот костер? Сейчас будем его включать. Да. Блин, он опять появился. Кто мне расскажет? Кажется, я что-то не то сделал.
Так все же, сабом на сходку нельзя. Нет, только для сабов. Отстань ты. Может, когда-нибудь для ансабов сходка в Питере будет, но пока только сабы 18+. Потому что мы в бар идем. Сосульки растопил. Все, 5 баксов ты в баре тоже, какая мелочь. Ну, типа, знаете, это как удостоверение того, что да, у вас, наверное, есть деньги, чтобы сходить в бар хотя бы. Так, я там чуть не пропустил этот. Они просто так, чисто. Здесь надо было просто спрыгнуть. Twitch сам нас на каждом канале байтят. Нет, только на любимых стримеров. Сабаться. Чувака Джима напоминает. Ну, отчасти, наверное. Ага, понимаю. Что это такое? Тут кто-то живет, а это колодец. Избушка Тали. Ага, слух разведан. Не оставил ли он здесь какое-то семечко, да? С помощью светового всплеска можно зажигать факелы. Светового всплеска. Точно не этого. Кажется, у меня его еще просто нету. Спасибо, я еще не нашел себе световой всплеск. Но дерево где-то здесь. Можно было догадаться. Да? В каком городе? В Питере. В Питере. Теперь вы сможете запускать взрывающиеся шары. То, что нужно, чтобы что-нибудь расплавить. Опа, лопата. Но здесь нету... Не, это просто лопата. Что можно сделать с колодцем? Ну, в нем... А, я в нем растопил лед и получил 50 монеток. Ха, классно. Последнее семечко, от него исходит тусклое свечение. Подмост можно? Нет, подмост вроде нельзя. Смени качество графики смартфона версии Lore, например, Ultra и Low. У меня пропали полигоны некоторых карт в руке, неприходящих остались только надписи, даже обводки нет.
Забавно. В лоре разве вообще есть графика? Дар импульсом по световым всплескам может забраться еще выше. Их можно использовать как собственные снаряды, имба. В обычном море тоже такое было? Запусти 2. А хз насчет дабл. Я причем сюда мечтаю полюбоваться на дерево в весеннем цвету. Но на этой ледяной вершине вряд ли что-то выжило. Я все покрыто снегом, пеплом и грязью. Восхищаться шедеврами прошлого, как непросто. Еще мне период холода скукожили, сет вообще нормально. Где ДБД? Блин, где же оно? Где же это ДБД? Куда же мы без него? Такая прекрасная игра, а люди пишут, где ДБД. Эх, чат. Что же с вами сделаешь? Говно, а не игра, кстати. Ну, это по факту, это сказал Шао Кан 5-5-5. Забаньте его нахер. Лора сегодня не будет, я уже поиграл сегодня в лор. С такими высказываниями человеку, я думаю, куда-нибудь на другие стримы. По ДБД, например. Там можно найти таких же токсиков, которые только в ДБД играют. Это вроде бы несложно должно быть. Мне показалось. Ай! Еще и не фолловер, ну понятно, с ютуба, наверное, пришел, не нашел любимое ДБД на ютубе и подумал такой: ой, пойду узнаю у стримера, а вдруг он в него прямо сейчас на твиче играет. А он играет в воре. Чем это так пахнет? Это кусок мяса вкусный. Это пряный суп из болотных моллюсков. Огромнейшее спасибо, я спасен. Мой любимый суп. Ну, он мне дал шляпу. Отлично защищает от солнца. Я помню, кто просил шляпу. Ага, понял, это все-таки не так открывается.
А, об них, об фонарике... Лол, я-то думал, фонарики можно двигать. Угу. То вдруг там секретик был бы. Ага. Там где-то как будто был секрет, судя по звукам. А что он тут? Вот тут где-то секрет, смотрите. Нам надо растопить это дерево. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это дальше, а мне к секретке. Поддаем 31 месяц. We have to be as one. Спасибо за рисунок. 23 марта выходит нечто невероятное. Но ты, наверное, опять в карты играть будешь. И когда пинг, блин. Я не знаю, что выходит 23 марта, но я не уверен, что я буду играть в карты в это время. Так, и что там выходит? Я знаю, что 20-го выходит Doom. Пойдем на главный, Сипук. Приветик. Ты что, это на главной была и увидела стримчик? Тебя можно пихать? Не, по два нельзя. Ой, манна закончилась внезапно. Допрыгался. Ну и чё, она пока мне не захотела прыгать. Дэн, ты не в курсе, сейчас все думают, как себе дешёвый VR выбить. А, боже, я забил на Half-Life Alyx, я чё? Сейчас бы ещё это, специально VR для того, чтобы во что-то там в Steam поиграть, правильно? Ну, блин, ну глупо же. Я даже забыл дату. Я не буду искать себе VR для того, чтобы поиграть в игру от Габена. Есть. А-а-а. А-а-а. Ну нормально же все общались. Блин. Нет, я заберу этот камень с экспой. Серьезно, я не готов платить Габену за то, что он из нормальных игр решил сделать VR-игру. Максим, а к чему бы ты это?
Ну да, накрутчик играет во все подряд, замечательно, мы очень рады за него. Повторяет за тобой, да он во все новинки играет, он же так себя онлайн ищет. Как же это сделать? А, ну да. Есть. Да что ж... Да ладно, нормально прыгал. Я, конечно, не говорю, что игра шедевр, но где финишная прямая? Вот она. Это все, это последний... Это последняя локация, потому что пески у меня пройдены. Ай. Не знаю, что там открылось от этого фонарика, но что-то же должно было, правильно? Осколок. Вы получили новый осколок духов, с ним вы сможете расколоть световой всплеск на три части. А световой всплеск это что у нас? Это не лук. При разрыве световой всплеск расколовывается. Это импульс. А, это фаербол, я понял. Тройные фаерболы звучит мощно. Скушай нас. Чуть попасть не могу нормально. До нашего края добрался коронавирус. Че, все? Есть инфа? А, до вашего, до твоего края ты имеешь в виду. А то я... Я-то в первую очередь подумал про Москве, про Москву. Типа, ну, понятное дело, что в Москве уже есть, но его там вроде не очень много. Так, вот это что за проход? Блин, я так долго сюда шел, что... Не, ладно, пойдем туда. Будем надеяться, что там... Да? Я не понял. Босс? Ну, похоже, что босс. А, не, это просто бой с элитками.
пока, блин, сражался с этим, он получал урон от... Ну, еще один братан. Лежат слегка формы, я не знаю, что это, наверное, как больница, да? А! Мы знаем это место, кстати, мы там спидранили. Да, больно же. Да больно же, я же сказал. Главная инфекционная больница Питера, понял. Как же бесполезны стали вот эти шары на... ну, цветочки здоровья. Интересная лука. Секретки-то есть? Черт его знает. Ну что, будет босс-файт? Неужели с вороном? Может быть, мы будем ворону мстить? А нет, мы просто заберем четвертого духа. Ну конечно, конечно, халяву захотел. Смотри, во вчерашний стрим сегодня у тебя есть импульс, напрыгать по врагам, он не будет очень протестировать атаки. Получать по лицу от комариков, да? Кажется, нет, надо убегать. Босс файта захотел, ага, сейчас. Какой же Ори без таких убеганий, правда? Точно. Бегемотик сказал, богомольчик. Открой глаза, маленький дух, уже все хорошо. First try! Ой, Меклеса пробудилась, а вместе с ней и я. Я уж подумал, что ты сгниешь в сугробах. Заруинивали, нет? Да нет, не заруинил вроде. Теперь в пределе вновь наступит весна. Хотя обрадуются ей не все. Крик как раз одна из таких. Я видел ее в страшном сне.
Месть Ворна будет у расколота Ива, да, я думаю, где-то в финальчике. Ну, конечно, Ворон тоже защищает свои яйца. Чира Морзе. А, или нет, она рождена из пыли, когда мир погрузился во тьму. Ну, нам, конечно же, заставят ей симпатизировать, ну... грёбаная игра. Ворона. А совы такие летают, да, она им завидует, короче. Фырь-фырь. Совушки классные. Маленькие совушки. Небольшие. Тоже сова или все-таки ворон, сокол? Ну, наверное, просто сова-мутант, да, типа. Никто ее не понял, не принял. Вообще, сова пылили, да. Вновь обратилась в пыль. Но это же совы, вроде совы. Сердце камень, оно не проснется. Лето прошло и уже не вернется. Благодаря тебе, дух, на смену ему придет новое лето. Я видел это во сне. Просто нужен был друг, да, друзья. Браун. Во сне ко мне приходил Квалок, великий хранитель. Он был не просто хранителем Оки и своих топей. Он был жизнью, что текла под их корнями, мудростью, что направляла их воду. Он был для Моки как отец, и его не забудут. Во сне мне приходил Моран, а теперь она встречает рассвет. Про паучиху, ее дети тоже. Теперь они увидят, как их паутина сверкает от утренней росы. Во сне ко мне приходила камнекрылая Крик. Падок принес долгую холодную зиму, но воспоминания о тепле не давали мне пропасть. Может ли создание, не знавшее света, спастись от тьмы? Может и да, может она попытается затянуть нас всех во мрак. Вот так вот. Так, не знаю, как пока туда вниз попасть. Как-то можно, очевидно, но как? Давайте до конца этого лока исследуем. А, камень надо было скинуть. Бам. Вместо того, чтобы окаменить ее родители, она в яйце окаменела не полностью. Это будет свет. Бурликова руда.
А, вот оно что. Там шипы. Так, это есть. Там еще кусочек. Как в этот кусок попасть? Забавно, именно здесь нас должны были взмаху обучить. На котел. Поняли? Оказывается, обучалка есть. Не надо мне уже возгадывать. Да че я не могу-то? Ну, мне это уже, конечно же, не надо. У меня есть... Вот это. Так, как на... А, точно, я же могу там прыгать по своим фаерболам. А я такой думаю, а как же мне туда попасть? Стример не тупой. Есть. А, предел Бору 96%. Вот здесь еще что-то есть. Вообще уход от системы уровней, как первая часть, на систему улучшений. Хороший вопрос. На самом деле, думаю, что система уровней мне бы понравилась больше. Чтобы не нельзя было имбовые перки открыть изначально. А здесь у тебя в самом начале есть хил. Ну, кто так делает? Хил в начале игры — это прям очень жестко. Угу. 98%, да, вот здесь еще кусок все-таки. В самом начале есть тройной прыжок. Да, уже тоже довольно о многом говорит, кстати. Тройной прыжок с самого начала игры. Ну, как с самого начала? 3000 экспы набрать не очень тяжело. Для того, чтобы его открыть. Мне кажется, надо здесь сейчас заморозить. И будет какая-то секреточка. Но это не точно. 99%, блин, где же я что-то не нашел? По дороге здесь? Ну просто не вижу ни открытых участков. Может быть, считается, что я еще шляпу не отдал. Это... Сзади кристалл, да и...
нашел там ничего. Но здесь нет воды. Медведь от него серая. Где? Нет здесь серого ничего. Я здесь везде был, только что пробежал, все. Блин, ну не хочется локацию на 99 бросать. Секреты где? Ну здесь где секреты пропустил? Ну ты завряд ли на самом деле. Чекайте, надо было еще раз забраться наверх. Стоп, что? Все равно 99. Ну или не чекайте, чат. Не знаю. Пойдем отдадим шляпку. Может, это будет считаться выполнением 100%. И семечко. Ну, семечко-то... Да. Давайте с семян начнем. Надеюсь, тебе понравилась моя избушка. Только представь, как здесь было хорошо до метели. Постой, это что, семя? Семя цветка пружинки. Но все это время лежало здесь, в холодной пустоши, но выжило. Разве это не чудо? Семя совсем крошечное, но как оно цепляется за жизнь? Хочешь взглянуть на то, что выросло из крошечного семечка? Я думал, что спас все семена, но, похоже, все-таки оставил одно на морозе. Оно выжило, несмотря ни на что. Урномобил вышел, типа того. Тогда приступим. Мне там и так все. Не надо переживать, что невзначай наступишь на цветок пружинку. Это хищное растение, но ест оно очень редко. Я и сам всего раз такое видел. Я нашел приют в родниковых полях, когда мой прежний сад заледенел, но тот сад был совсем маленьким, и любовался только я и больше никто. Теперь в полях появился сад для всех и каждого, а я, наконец, чувствую себя дома. Спасибо тебе, друг. Нашел приют в родниковых полях, когда мой прежний сад заледенел. А, ну это я уже читал, да. Какая милая игра. О, прыжковые платформы. Причем он их везде наставил прям. Чтобы удобнее было. Тут я, по-моему, все делал, да? Ну да, там... Немножко лута было. Стример-осеменитель? Нет. Ты чего? В родниковые поля приходят все больше мойки. Гром все как-нибудь облагородить. Чем мы лучше поиграем? Эй, Гром! Давай еще домики построим. Вероятно, на снежные вершины пришла весна, и всего-то надо было позвать на помощь одного маленького духа, да? Вот бы еще кто-нибудь прогнал пустынные ветра из земель моего народа. Будь у меня горликовая руда, я бы сделал эти поля еще лучше. Давай. Вперед и вверх! Давай построим еще несколько домиков!
Отлично, прямо сейчас и начну. Где-то в уголке справа, да? Готов, как же я доволен, что снова могу строить. Рад был повидаться. Пойдем шляпку отдадим. Ты про весну ничего не хочешь сказать? Не, он говорит только про свое дерево, ЧСВшник. Улучшение, хочу улучшение. Хочу улучшить жизненную силу, больше половины здоровья. Наносить больше урона. На 30%, come on. Держи шляпку. Славная у тебя шляпа. Можно я заберу здесь в родниковых полях? Солнце слишком ярко. А я тебе взамен отдам свой светильник, только в нем пусто. Больше мне не придется сидеть в темноте, буду сидеть в тени. Светильник. Я не помню, кому нужен был светильник. Где скачать на мобилу? У меня есть гайд в группе ВК. На ютубе. Заходишь, смотришь. Все равно предел балла 99 считает. А лучше подождать официалки, ну, кому-то лучше, кому-то не лучше. Для тех, кто играет только на мобилах, кто не играет на ПК. Ну, тебе перестань бояться темноты. Для тех, кто играет только на ПК. Ой, наоборот, только на мобилках, не на ПК. Очень будет хорошо сейчас начать играть, чтобы начать собирать коллекцию. Храбрец, ты меня помнишь? Я тебя помню. Человеческий на iPhone никак не скачает. Нет, iPhone юзеры неудачники. Сори. Так, а что это, в этот домик не зайти? Странно. Скорее бы отправиться в новое приключение. Хотя, может, я останусь здесь, чтобы поведать о своих приключениях другим Моки. Да, такой расклад мне больше по душе. Родниковые поля. В смысле, тебя что, осудить, что ли? Да можешь попробовать. Ну извини за iPhone. Нет. Не успел добраться до этого края, как до меня доходят вести о том, что случилось в пределе. Чирик, видимо, придется размять лапы и саму туда сходить, увидев, как там все обледенело. Я уж был решил, что никогда не увижу дерево в весеннем цвету и зеленые холмы предела. Теперь снова настала весна, и все благодаря тебе. Неплохой подвиг для чуда без перьев. Кстати, а что если кому-то здесь фонарик отдать? Смотрите, вот этому темно немножко, наверное. Пустой фонарь! Он хотел светлячка поймать в него. Поехали. Проснулись, у них в Apple Store мало что скачать можно. Зато все официально. Я же правильно бегу? Нет, я правильно бегу. Мне надо было взять первый поворот вниз. Thank you.
Здравствуй, дух, что это у тебя? Светильник без ничего. Я же смогу посадить в него светлячков и осветить себе путь домой. Это тебе. Еле достало, липнет, жуть. Вы нашли новый предмет. Щелк высочайшего качества. Это обитатели заросших недр. Хорошо. Там был где-то рыбак. Может быть, рыбаку отдать? А. Шелк. Липкий. Липкий шелк. Блин, насчет шелка вообще не помню. Так, давайте в озера быстренько сгоняем. Шелк, 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 шелк. Да, он сеть хотел, но я не помню, где он. Угу. Еще песочек был. Фу! Это было быстро. Он, по-моему, был там, где мельница. Дело еще и заспидранить надо. Ну, это было несложно. Минус 9 в озерах. Горликовая руда. У меня же стоит доп монетки с них, да? Нет, сейчас не стоят. Блин, а чё так... так плохо? Надо поставить. Не вот этот, нет? Нет, по-моему, как раз-таки в озерах и был. Не точно. Да, вот он рыбачит. Это что, нить? Но откуда она у тебя? Из нее можно смастерить сеть, достойную лучшего моки рыбака. За нее я дам тебе вот что. Это подзорная труба моего отца. Не переживай, ему она уже ни к чему. Больше не ходит в море, а только ест и спит все время, потому-то мне и не нужна. Потому-то мне и нужна рыболовная сеть, понятно. Блин, эти 99%. Подскажи-ка, мы где ты фонарь отдал? В глубинах, там, где темно.
фонарь отдает Моке, который хочет поймать светлячка. Здесь вроде Моке какой-то должен быть, нет? Или топи, вот здесь еще я не был. Еще нечто. Пойду вот сюда, вот быстренько сбегаю. И кому же трубу? А, вот это я пока не догадался еще, не знаю. Еще надо подумать, что. Можно против течения вплыть сюда? Можно, лол. За секунду до... Нет, я здесь не был, потому что здесь песок. Видишь, там руда. Помнишь, был какой-то мой в пещере под водой? Ну, вот сейчас вообще не помню, честно. Зачем труба? Кому труба? А потом туда сгоняю. А, это просто чтобы забраться, запрыгнуть. Угу. Ай. О боже, это... Я помню, это место самое начало игры. Когда мы такие, о-о-о-о, нет, нам сюда точно еще рано. Так, 98 все равно. А, вон там еще есть что-то. Это? А, это просто дерево. Казалось, что там серым светится. А, это телепорты. Кстати, смотрите, вот отсюда есть телепорт куда-то сюда. Интересно. Тупо под конец всех Моки обходил, чтобы понять, надо кому что-то или нет. Угу. Акув, ты чё смеешься? Собственно, вот здесь еще есть Моки, и я вообще не помню, что им надо. Вот который в этой локации. Птица в снежной локе хотел посмотреть на красоту деревьев. Не-не, эти штуки надо Моке отдавать. Это они друг с другом. Хотя, когда-нибудь они мне, скорее всего, дадут фляжку с водой. Не знаю, честно. Может быть и птица. Ух, мельница. Как давно это было? Вчера. Стоп.
Вот тут точно Моки. Вроде бы показывает, что здесь. А, у него мы цветы, по-моему, получили, нет? Ну тогда почему его показывает на карте? Странно. Мешочек с травами. Да, я помню, здесь мешочек с травами был. Тут не тут, дальше. Еще дальше, да, еще дальше. Детей с понедельника отправляют на каникулы. Чё, из-за коронавируса, что ли? Типа, из-за чего же еще, да? Не понял. Интересно. Здесь. О, какие части они можно заставить двигаться, может быть. Ну, это можно микро-шорткатик. Что там и как туда попасть, это я еще пока не понял. Где, ну логично, что где-то рычажок, но знать бы где он, как бы. Рудник. А, родник, не рудник. Это вот этот кусок как раз. Может быть, вот там где-то рычаг. Не, ну надо вернуться, посмотреть. Бери лук, все равно не используешь. Че мне вместо него? Где сферу брал, там был рычаг. Я вот это тут, что ли? Тут ничего нет. Вот чтобы выйти. Ага, смотрите-ка, что здесь есть. Там вот сферка прячется. Первый, там была не сфера, там была, был осколок энергии. Про него? Ага, ну отсюда я буду выходить потом.
А, я помню это место, Волф. С вагоном. В воде слева вроде кнопка. Кстати, да, они могут быть в воде. Я один единственный раз встречал кнопку в воде и могу не помнить, как они выглядят. Но здесь ничего не было. В этой-то воде. А, да, вот кнопка. Вот где все-таки открывается этот кусок. Я пока понятия не имею. Вот это, не, ну этот рычаг. Я же его нажал, нет? Нет? Я просто мимо пробежал. Я молодец. Я был так ослеплен этой сферой энергии. Оу, спасибо за... Ресап. Проспал ресап, лол. Я уж думал, меня обокрали, а этот твич через мутные конторы деньги проводит. Бывает твич иногда такой. Не всегда понимаешь, когда тебе приходит субскрайб, когда он должен прийти. Это правда. 97. Как-то такой. Да почему-то не жмется. А, это он крутит это. Все фигня, Миша. 99 опять. Говно. Все локи на 99. Ну, еще не все, но многие. Кому ж подзорная труба-то нужна была? Что нужно было самому первому, который вот с нами поделился вот здесь вот? По-моему, он был первым. Привет. Тот ворчливый птиц сказал, что все моки благодарны тебе за помощь. Видно, Паухос не мешает завозить друзей. Хорошо, что вот тот делает? Он не делает. Ой, я не помню. А, здесь из лука надо стрелять. Ты дух, да, я видел твое привидение. Нет, серьезно. Все одно место, где бегают духи-призраки. А, этот рассказывал про перегонки, да? Смотрите, вот здесь вот что-то можно где-то сломать. А, надо туда сходить, раз уж я здесь. Была вода.
получается, тоже была вода, да. Ага, даже не сломать, а просто спрыгнуть. Что это? Это какая-то акула, смотрите, она делает ам! Ам! Какая-то перфекционистом стал, ну просто игра классная, хочется ее исследовать побольше. Блин, вот здесь еще что-то ломается, вот тут еще что-то ломается в этой лощине. Сейчас в лощине сходим. Подзорную трубу нашел, кому сбагрить? Нет, пока не нашел. У тебя все локи открыты, чисто осталось их до сотки добить. Вроде бы да, потому что я уже даже в песчаной локе все сделал. Я всегда думаю, что это что-то надо разбить, а это на самом деле камешек энергии, фрагмент энергии. 99. Собака. Ну хоть тут 100. Здесь вообще 84. Это забавно, потому что в тихом лесу... Ну ладно, я знаю, что делать в тихом лесу. Мы сейчас вон туда, в портал пойдем. Это акула была, да? Это была... Она. Короче, смотрите, что мы здесь делаем. Здесь не пробраться, да? Блин, а не факт, что получится. Видите, вон там портал какой-то. Может быть, мы в него потом пойдем. Есть одна идея, конечно. Почти, почти успел. А, стоп. Можно уже просто вот отсюда. Под правильным углом. Нет, ну теперь так нельзя. Окей. Вниз, не, снизу ничего нет, я там бегал. Этому нужна вода, фляжка, хотя бы немножко воды. Птиц. Слушайте, может быть, птица что-то нужна? Чё он там стоит, правильно? Ох, тебе бы поглядеть на творение горликов, высочайные шпили и зачащие своды. Все это давным-давно обратилось в развалины, великие горлики-строители ушли трудиться в шахты. Однако, если слухи не врут, кое-что из их трудов все же сохранилось. Нет. Ну, я почти уверен, что это кто-то из горликов здесь. Вопрос в том, кто и где. Говорят, что к лесу не давало катиться огромное чудовище. Да, это я помню. В родниковые поля каждый день приходят все больше моки. Опа.
Стой, кто идет? Дозорный! Стой тут на случай, если появится крик. Наш суп очень вкусный, проходи, дух. Блин, дозорному не захотелось трубу забирать. Странно. Повезло тебе, обычно за супом длиннющая очередь. Фак. Здесь каждый гость может рассчитывать на теплый прием и сытный обед. Этих трех осмотрел. Вот кто-то есть, смотрите. Ты нашел сову? Да, конечно. Она немножко больна и ждет, когда же мы... Когда же мы ее спасем? А мы бегаем и помогаем Моке. Вот такой мы хороший друг. Так, все карты. Ну, давайте осколки жизни. Осколок энергии. Я не знаю, осколок жизни, но там понятно где-то будет. Тут где-то осколок энергии в новой локе. Короче, зря я осколки жизни купил. Так, ты что? Привет, помнишь меня? Мокер рыбак, я частенько рыбачу в Светлых Озерах своей новой сетью. Нет ничего лучше, чем вернуться домой вечером, чтобы поесть и поспать. А, они все потихоньку возвращаются домой, типа, да? А вот тебя я не помню. Вода чистая, вокруг полно интересных пещер, не умею прыгать так же высоко, но, как ты, энтузиазма мне не занимать. Семена все нашел, да... Ты с пауками дружишь. Здесь уже, ну, никого нету. В городе в подземку спускался? Да, да, спускался. Ты в шляпке стоишь. Я просто пытаюсь набраться смелости. Чего это по поводу шляпки? Почему я нахлобучил шляпу? Да. Ну и все, Моки здесь закончились. Ты кто такой? Знаешь великого Баура? Он могущественный хранитель, только спит все время. Вернусь на север, не доходя до родника. Ну что, ты говорил, что его семья окаменела, он же к ним пошел. Слушай, не факт, может, ну может быть. Не, он просил оставить его одного. Я нашел первое сверху семя. Сейчас бы помнить первое сверху. А, первое сверху в песках, по-моему. Не факт, что я вообще видел Моки, которому нужна подземная труба. Да это кто такой? А, это тот, который просил нам отдать медальон. Сказал, что возвращается к семье. Думаете, что он в домике? Я не очень помню, где тут домик. По-моему, где-то здесь, да? И тут? И здесь. А, он вот здесь. Вот. Ну, пойдем сходим. Почему мне попробовать? Подземная труба, я сказал. Я знаю, куда труба. Ну, не подсказывай, я сам поищу. Слушайте, их было двое, теперь их трое, да, он вернулся к семье. По-моему, их было двое в начале. Жесть. Ладно, давайте, наверное, пойдем сюда. Заберем последнее. Спасем последнего духа.